У глубокой темры светятся одни окна. Это 13-я школа Могилева у поселку Гребенева. Освятление только на уваходе у навучальную установу. Про эту же проблему телефоновали и батьки вучнів 43-й школы. Правда, у день здымок, про який мы попередили администрацию, на территории горели усе ліхтары. А вось по дороге до школы в улице Рогачевской на полову. Ну, немножко темновато, да. Но здесь вот темно, конечно. Вот там как-то более так светлее. Мы идем все время вот по этой улице. Тут светло. Просто ту сторону вообще не знаю. Знаете, люди, когда живут в той стороне, тогда ни на ту не обращают внимания. Одного ребенка не отпускаем, потому что темно. Ну, вот этот вот промежуток, вот здесь вот такой какой-то мрак кругом вот этих вот зданий, вот это все окутано темнотой. На территории заусёды працуе освятление, запевнивают у администрации школы. Мауляв, нема ліхтароў там, где нема стежек. Ну, может быть, где-то в каких-то уголках, во дворах, вот я вижу, вот там далеко, как бы хотелось бы, чтобы было виднее. Ну, в общем-то, сейчас, когда снег, это все нормально, и там тротуарчики есть, и видно, где ходить. Наприкінці лютого світловий день стане більш довгим, і проблема освітлення дороги до школи отпаде сама собой. Покуль же дорослим не треба забувати, що діти йдуть у школу, і ще у темри. Тетяна Сергійчик, Юрій Ілбовніков, Новини регіону.